В управдоме номер один Фрудинского района смена руководства. Исполняющим обязанности главы этой организации назначен ее главный инженер Виктор Макеев-Гурьянов. Прежний директор Фрудинского управдома Ольга Ломоносова лишилась своего кресла после скандальной истории, когда управляющая компания задним числом пересчитала стоимость отопления за прошлый год, приплюсовав каждой квитанции по несколько тысяч рублей. Результатом стали многочисленные жалобы жителей района в разные инстанции, после чего управдом вынужден был возвращать незаконно взысканные средства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.